Всем привет! Сегодня ко мне приехала очередная посылка в целлофановом пакете, разрезав который мы видим здесь коробку с надписью 3-bit Stormbox Micro 2. И как вы могли уже догадаться, здесь у нас находится портативная мини-колонка. Раскрыв коробку, мы находим здесь такие комплектующие. Это инструкция на разных языках, к сожалению, русского нет. Сама колонка в целлофане и кабель Type-C для зарядки этой колонки. Это в принципе и вся комплектация. Ну и сейчас можем посмотреть на саму колоночку. Такая вот небольшая колонка, квадратной формы с логотипом 3-bit, ну и чуть позже посмотрим на нее подробнее. На лицевой части, видим, у нас есть три кнопки управления и логотип 3-bit. Кнопки управления — это громкость плюс-минус и кнопочка play-pause в виде кружочка, с помощью которой, кстати, перематываются и треки. На боковой грани находится микрофон, кнопка включения, индикатор зарядки и кнопка Bluetooth соединения. На низу колонки есть такая резиновая лента для того, чтобы крепить колонку на ремень, к рюкзаку или еще куда-нибудь, так как колонка позиционирует себя портативным вариантом для каких-нибудь туристических походов. Отцепив ленточку, можно найти там подробную информацию о характеристиках колонки. Кому интересно, можете остановить и посмотреть. На еще одном торце этого чудо-гаджета есть разъем для зарядки. Также с нижней стороны есть прорезиненные ножки, что очень удобно для устойчивости колонки, чтобы она не скользила по поверхности. Низ у этого чудо-гаджета сделан полностью из soft-touch пластика, который очень приятен на ощупь. На лицевой же стороне у нас плотная ткань в виде сеточки серого цвета, и это в принципе все особенности внешнего вида, и теперь давайте посмотрим, как ее можно крепить. Крепление к рюкзаку осуществляется посредством застежки, которую вы уже видели. Все очень хорошо крепится, плотно, колонка держится надежно. И, допустим, таким образом можно прикрепить ее на лямку рюкзака, если вы собрались в какой-нибудь поход. Ну а теперь предлагаю вам подключить это чудо к телефону и послушать, как оно звучит. Подключается колонка очень просто. Сначала нажимаете кнопку питания, держите где-то 1 секунду, загораются индикаторы, потом нажимаете кнопку Bluetooth, также держите 1 секунду, и на колонке включается поиск устройств. Заходите в настройки Bluetooth своего телефона, находите название этой колонки и подключаетесь. Все очень просто. У меня колонка подключилась автоматически, так как я ее уже тестировал. Ну а сейчас запускаем музыку без авторских прав, чтобы YouTube нас не наказал, и можем слышать, как она звучит. Ну а для полноты эксперимента я решил подключить к своей камере микрофон получше, чем встроенный. Так, я думаю, звучание будет передаваться более точнее, чем тем микрофоном, который есть в камере. Хотя через видео на YouTube все равно не передашь реального звучания, но это хотя бы будет лучше, чем то, что было. Для этого я достаю свой микрофончик, сейчас мы его быстренько прицепим к камере. Вот так это все выглядит сейчас. Сейчас будем тестировать сначала в комнате, а потом на открытом пространстве.
такое вот мы получаем звучание, судите о нем сами. В конце я выскажу свое мнение, но сейчас хотел напомнить вам, что у фирмы Tribeat есть мобильное приложение для подключения их разных устройств. Вот так вот оно выглядит, я уже подсоединил колонку к телефону и сразу прилетело обновление. Я его сейчас загружаю, процесс вам показывать не буду, грузилось обновление где-то пару минут. Ну и здесь мы можем видеть, есть три кнопочки. Есть кнопка эквалайзера, где можно выбрать из установленных пресетов, либо настроить эквалайзер самому, как вы захотите. Дальше идут настройки, ну и тут у нас есть версия прошивки, указано также название колонки. Также здесь можно установить обновление или сделать ресет колонки. Ну и на главном экране отображается подключенное устройство, и здесь можно настроить разные параметры: громкость, остановить музыку, ну и так далее. Приложение, как вы могли заметить, небольшое, но самое главное, здесь есть эквалайзер, можно обновить прошивку. В общем, приложение есть, и на том спасибо. Но также у колонки есть еще одна особенность, ее можно использовать как powerbank. Да, можно подключить один конец кабеля, который идет в комплекте к телефону, другой к колонке, и ваш телефон будет заряжаться. Батарея, кстати, тут почти на 5000 мАч, то есть телефон можно зарядить от 0 до сотни запросто. Ну и подытожим, колонка супер портативная, маленькая, удобная для переноски, очень подойдет, если вы любите путешествовать, потому что у нее есть все для этого, и компактные размеры, и хорошее звучание за свои деньги, и конечно хорошая автономность. На просторах YouTube я находил огромное количество роликов, где эту колонку сравнивают с JBL, Sony в одной весовой категории, и эта колонка показывает себя очень хорошо. Ну и самое, наверное, главное, это то, что сейчас колонку можно купить по супер низкой стоимости. Да, компания Tribeat организует скидку, и в описании есть промокод для получения этой скидки. Ну а также AliExpress организовал тоже скидочную программу, и вы можете воспользоваться этой возможностью и купить это чудо техники, применив сразу две скидки. Все ссылочки есть в описании, ну а я с вами прощаюсь, услышимся в следующем видео. Пока-пока.